Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Яна Федорова. Сегодня мой видеоролик о том, как вырастить рассаду хризантем. Я решила попробовать многолетнюю хризантему вырастить, тем более меня так заинтересовала такая окраска необычная. И еще понравилось мне то, что она низкорослая, 50 сантиметров. Вот я люблю все миниатюрные и низкорослые растения. Семян здесь совсем немножко, они мелкие. Приготовила землю, все, я ее прогрела, остудила. Прогрела в духовке, чтобы не было никаких там ни посторонних семян сорняков, ни каких-то там насекомых. Все, просто сверху высыпаю семена. Хоть они и мелкие, но я думаю, даже всю пачку не надо, будет слишком часто насеяно. И сверху чуть-чуть присыпаю землей. Буквально там, ну, может быть, миллиметра три. Глубоко не надо. Все, чуть-чуть разровняю. И сейчас я подолью водички. Так, удобно это будет делать запрыскивателя, поливать такие мелкие посевы. Много сильно воды не надо, чтобы мокро было, не надо, просто влажненько. Так, закрываю контейнер, будет такая маленькая тепличка, и я поставлю это на яркий свет туда, где примерно температура 22 градуса. Хризантема взошла, вот ей 10 дней сейчас, ну, взошла она как-то неравномерно, не все семена взошли, ну, в общем-то, мне много и не надо. Вот сейчас у нее уже начали появляться настоящие листики, и где-то когда 2-3 пары настоящих листиков появится, я уже начну ее пикировать. Хризантема подросла, сейчас ей 1,5 месяца от посева, растет она не быстро, так что вот надо учитывать сроки выращивания. Сейчас я несколько сеянцев, штук 6-7 отсюда самых крупненьких, выкопаю и рассажу их в отдельные маленькие горшочки. Хорошенькие сеянцы, стаканчики, сейчас я вот таким образом их посажу. Большие стаканчики нежелательно брать, а вот такие вот не очень большие. Так, теперь надо полить. И вот в таком объеме они будут хорошо развиваться. Все, пикировка рассады хризантем успешно проведена. Хризантемки мои растут, крепнут. О, как сейчас им 3 месяца. Ничем не подкармливала, как-то забыла. Забыла и все. Ну ничего, они и так прекрасно растут. Вон какие хорошенькие, зелененькие. Скоро уже вырастут. И вот моя рассада хризантем выросла. Вон уже какие большенькие, хорошенькие. Вот красота. За 3 месяца вырастает от дня посева такая рассада. Так что вот учитывайте сроки посева по вашему климату. 3 месяца надо. Ну все, дорогие мои зрители, на сегодня все. Желаю вам красивых цветов и хорошего настроения.